37-летний иллюзионист Сергей Сафронов признался, что находится в хороших отношениях с бывшей супругой Марией. Телеведущий пригласил ее с собой на съемки вместе с нынешней женой, 30-летней Екатериной. С будущей первой супругой Сергей познакомился на съемках сериала «Чудо-люди» в 2009 году. Они некоторое время встречались, а затем стали жить в гражданском браке. Через год Мария родила дочь Алину. А перед рождением сына Владимира, в 2011 году, молодые люди стали супругами официально, узаконив отношения. После 5 лет совместной жизни они развелись. Иллюзионист остался с матерью своего ребенка в хороших отношениях. «Мы каждый день на связи с Машей. Я не знаю, как так получилось. Те, кто знают, восхищаются нашими отношениями. Наверное, это благодаря воспитанию родителей. Мы все понимаем, что такое семья», – рассказал Сергей. Он объяснил, почему не ужился с первой женой. Актер считает, что они абсолютно разные люди. В силу профессии редко дома бывал. «Мы, как это ни банально звучит, не сошлись характерами. Тяжело было не видеть друг друга на протяжении большого количества времени. Детям не хватало любви, мне не хватало любви, жене. Все это приводило к непониманию. Поэтому мы разошлись», — отметил Сафронов в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Мария спокойно отнеслась к их разводу. «Она готова поддерживать дружеские отношения. Нас связывает воспитание общих детей. Это неизбежно», — считает бывшая супруга. В начале 2017 года Сергей стал появляться на светских мероприятиях вместе с новой избранницей, продюсером канала Fashion TV и радиоведущей Мегаполис FM Екатериной Гусевой. Свадьбу они сыграли в прошлом году. Пара воспитывает годовалую дочь Алису. Участник шоу «Трио братья Сафроновы» ценит оба своих брака и не собирается прекращать тесно общаться с бывшей женой. «Безумно благодарен и Маша, и Катя. Люди расстаются. Происходит дележка имущества, скандалы. Наша семья не распалась, она просто стала больше», – подытожил шоумен. Екатерина приняла тот факт, что муж находится в теплых отношениях с экс-супругой. Она уверена, что ее счастью их ничего не угрожает. «Прошлое не перечеркнешь. Сергей – порядочный семьянин и хороший отец. Он помогает воспитывать детей от прошлого брака». «Это нормально», – заявила Гусева. Ранее Сафронов впервые показал лицо младшей наследницы. Ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о шарлатанах на шоу. Недавно Настасья Самбурская, снимавшаяся в 17-м сезоне программы, также рассекретила имена мошенников.